спектакль говорит, наверное, вот тот, который мы сегодня привезли. «Письма и песни мужчин среднего возраста». Мне он как-то ближе всех, я бы так сказал, адекватнее всех. Вот. Там спектр тем, на которые мы говорим, он как-то мне максимально интересен. И, по-моему, мы высказываем там, по крайней мере, все, что я бы хотел сказать по этому поводу, мы, в общем, говорим об этом. Поэтому мне, наверное, этот спектакль ближе всех. Я думаю, что можно было бы придумать. Наверняка. Наверняка. Прямо мы об этом не думали, но вполне возможно, появились уже. Просто мы не знаем об этом. Как говорит наш режиссер Сергей Петриков, мы и есть рок-группа, судя по всему. Потому что мы, собственно, сами как бы себя создали из ничего. Мы пишем сами себе, мы сами исполняем. В общем, это в чистом виде рок-группа. Только не это делают с музыкой, а мы это делаем вот со спектаклями и с фильмами. Самое простое, что напрашивается, нас четверо, еще пока мы вместе. Дело есть у нас, это дело чести. Ну, вот что-то такое. Слушайте, живы были бы, уже хорошо. О чем будут говорить, я не знаю. Я не знаю. Ну, сложно сказать. Альцгеймер, я не знаю, Паркинсон. Ну, чаще всего, конечно же, из-за того, что мы делаем, из-за работы. Наверное, да, это самое частое. Ну, какие-то бытовые вещи. Вот, например, из-за политики не ругались. Практически не ругались из-за денег. Практически не ругались. Ну, может быть, в конкретный момент, если момент острый, то на следующий день, наверное, не стоит затрагивать ту тему, которая была остра вчера. И это так своеобразное табу, но оно такое не временное, оно локальное. Ничего не особый стиль, просто тебе интереснее играть. То есть ты играешь не всему залу, а ты играешь, вернее, не только залу, но и персонально кому-то.